Захожу я, значит, в игру, а здесь драконы. Да, что-то непонятное однозначно происходит, но мы идем сегодня открывать сундуки с вами. Значит, у нас сегодня будет 3 сундука, 2 сундука 15-х за авара и за ДХ, и еще один маленький сундучок с 4-го ключа за авара за орду. Там мы с Металликой просто принесли его вместе с рандомами, нас никто не хотел брать. У нас там и там левел 880-890 еще. У него побольше, у меня поменьше. Так что будем потихоньку одеваться. Что говорить об этом левеле? У меня вот такой. Небольшой, не маленький. И думаю, средний сейчас для легиона. Да. Есть разные шмотки, но мне бы не помешал ступни. Вот. Ступни самые плохие у меня, да? Ступни, пожалуй, самые плохие. Все остальное более-менее нормальное. Итак. Ага. Так, 13-е, понятно. Так. Так. Так, релик. Кстати, это походу офигенский релик. Давай смотреть у меня. Да, это самый плохой релик у меня был. Вот, отлично. Это просто отлично. Отличная замена. Делаем так. И сейчас пойдем в Аргус, улучшим релик и посмотрим, что по этому левелу. Ну, думаю, по этому левелу плюс один только будет. Однако, все равно релик очень хороший, и он мне заходит очень хорошо. Так, где наш релик? Вот он. Улучшаем здесь все необходимое. Может, подожди, хасту. Плюс бег. Или искусность. Плюс избежание. Закрыть какой-то шанс. Ладно, давай это сюда. И вот сюда. Пофиг. Так, да, плюс один этом левел. Плюс один этом левел. Ну, красивенько, ровненько, что могу сказать еще. Четенько. Довольно хорошая шмотка, я считаю. Главное, что он упало вместо 935-й. Одно из самых плохих, которые у меня были. Теперь мы заходим за ДХ, давайте. А потом за слабого воина. Так, исследование завершено. Где здесь сундук? Сундук. Нашли мы сундук. Значит, здесь у меня этом левел совсем маленький. Можно много чего залутать хорошенького. Главное, не пояс, не ноги, вот. Не кольцо одно. Есть у меня хорошие шмотки, просто некоторые. Но также много и очень маленького этом левела, который стоило бы заменить. Проверим мою удачу. Еще леги нет, вот. Что важно, еще леги может упасть. Да, и релик плохой у меня. Бам! Нет, лего не может упасть. Какой ключ? 13-й квартал звезд. Да иди ты нафиг. Ноги! Подожди, а у меня ноги. А у меня ноги и так хорошие. Просто иди нахуй. Просто нахуй. Это самая лучшая шмотка, которая у меня была. Самая лучшая, которая была, блядь. Пиздец. Найс ДК одеваю. 15-е ключи, проношу за этого голову ДХ и ничего. И по губам, да? Пиздец. Неудачник недели, блядь, китаец. Запоминайте. Окей. Так, куда там? Рвущий фьорд. У Завара там очень сложно, чтобы не повезло, чтобы... Там 4-й ключ. Шмотки там. Я его только вчера докачал ночью. Капчик отыграл, вот, несколько шмоток только. Вот у меня есть руки, вот самые лучшие 920-е. С броска там упали. А вот, не, вообще голова 935. Если голова упадет, то все, нахуй. Удалять игру можно. Голова упадет, то же самое с 4-го ключа там ни о чем будет. У меня вон шмотки 800-е еще валяются. Мне их заменять надо. Что ж, поехали. Навстречу своей удачи. На пути. Еще артефакт один левел могу апнуть. Вот релик пускай упадет. Пускай железо релик упадет, будет нормально. Либо что-нибудь еще вот. Много чего может упасть. Что у меня меньше 900-го.
Фух. Грудак упал. Так, ну грудак, ладно, нормально зайдет. 4 ритм левела. Ключ, второй каражан. Смешно. Ну, нормально. Не то чтобы офигенно, но что, мне сойдет. Что ж, ну вот такие сундучки у нас сегодня. ДХ очень разочаровал. Я, честно говоря, ожидал от него что-то жесткое. Думал, сейчас подниму, он пропушивает там левел, будет хорошо, там же аренка под 2200 в троечке с Орманом. Вот, это вчера мы кап отыграли 12 на 2 в двойке, 12 на 3 в тройке с Металликой. Мы оба только прокачались вчера, вот, и уже отыграли капчики. Так что на стримах скоро будем еще отыгрывать, и РБГ собирать, и кап, и много ПВП будет, так что приходите. Спасибо за просмотр этого ролика. Увидимся, мои друзья. Ваш китаец-неудачник недели.